Итак, удалось, наконец, организаторам преодолеть проблемы с табло. Дэвид Марканата и Алексей Саврасенко друг против друга. Спорный мяч. Карл Юнгенбранд его вбрасывает, и Наварро оказывается первым. Смодиш пытается отобрать мяч у него внизу, но не выходит. И с атаки Барса начинается первая четверть. Грегор Фучка. Смодиш далеко выходит за ним на периметр. Грегор Фучка, тот самый человек, 21 очко было на его счету в матче в полуфинале Евролиги, который проходил в Барселоне. Сегодня, наверное, не стоит ожидать от него таких подвигов. Годы постепенно берут свое. Но неприятностей от этого человека ждать приходится всегда. Свои 10 очков он наберет, да еще и острый локоть не раз и не два найдет ребра и челюсти наших парней в борьбе под кольцом. К этому им нужно быть готовым. Холден! Мажет Холден. Холден защищается против Наварро. Задача Холдена — не дать получить мяч этому игроку. А Марканата, Саврасенко, смотришь... Ох, какую Фучка. Отличную передачу Фучка отдавал. Вильямс не готов был к приему этого мяча. Вантерпол в быстром прорыве. Не лучшим образом действует Дэвид, но исправил свою ошибку. Позиционная атака в исполнении армейцев. Расставляет своих партнеров. Дэвид Вантерпол просит оставить ему сторону против Фучки. Здесь нужно воспользоваться своим преимуществом в подвижности, но не лучшим образом это делает Дэвид. Да, напряжение очень высоко. Нужно сейчас игрокам ЦСКА войти в игру, немножко успокоиться. И важно забить 2-3 мяча для того, чтобы игра так перетекла в более плавное русло. Потому что ни ЦСКА, ни Барса пока хорошего нападения не показывают. Будем надеяться, что ЦСКА это удастся первыми. Карлос Наварро мажет, а Дэвид Марканата получает персональное замечание. Придерживал он кого-то из наших в борьбе под щитом. Сам Марканата показывает, что его держали за майку, едва не разорвали ее на нем. Но арбитры не обращают внимания на эти излияния Марканату. ЦСКА, ЦСКА. Прекрасно слышим мы армейских болельщиков. Лэнгдон. Вантерпул пытается сыграть на позиции центрового против Шемонда Вильямса, но не смогли ему доставить мяч. И вновь теряет мяч Дэвид. Вильямс берет инициативу на себя и в раннем нападении. Фучка выигрывает щит и вновь на периметр. Очень многое для обеих команд зависит от действий игроков периметра. Большие и в ЦСКА, и в Барсе играют в основном вспомогательную роль, которая становится ключевой при игре в защите. Игра в защите 100% определит сегодняшнего победителя. ЦСКА очень силен в этом компоненте. И будем надеяться, что защитники наши смогут погасить атакующий порыв лидеров Барселоны. Но пока Фучка ставит блокшот с Модишу, и Хуан Карлос Наварро в быстром прорыве зарылся он в этой атаке, но все-таки скинул мяч в сторону Фучки, который его с полу подобрал. И позиционная атака Барсы. 12 секунд остается у нее еще на владение. Фучка на периметре продолжает вытягивать из-под кольца Смодиша. Вильямс. Движение по лицевой. Скидка на Марканата. И тот точен со средней дистанции. Да. Два броска подряд ЦСКА пропустила. 4-0 мы проигрываем. Но ничего страшного, конечно же, не произошло. Настораживает немножко, что 3 минуты почти что не можем забить. Настораживает то, что ни одного броска без сопротивления армейцам пока в нападении произвести не удалось. Вантерпул чересчур, пожалуй, тянет одеяло пресловутое на себя. Браво, Леша. Саврасенко. Браво, Леша. Здорово отработал на подборе и дал шанс ЦСКА еще одну атаку сделать. Смодиш против Фучки. Далековато от щита. Вниз на Саврасенко. Марканата против того. Очень жестко действует Марканата. И Фучка. Похоже, нравится ему быть злым гением армейской команды. Вновь оказался он в нужное время в нужном месте. И смахнул мяч с дужки против, после броска Саврасенко. Вильямс вроде Вандерпула. Фучка наверху, вниз не опускается абсолютно. Вытягивает, смотришь, и дает возможность Марканата поставить заслон для Вильямса. Двойка, Вильямс, Марканата. Вильямс один, остается 3 очка. Нельзя давать Вильямсу разбрасываться. И вынужден Эдер Мессина взять тайм-аут. Шемонд Вильямс тем и хорош, что может похоронить любого соперника, и тем плохо, что может похоронить свою собственную команду. Но пока все у него складывается неплохо. 5 очков на счету Шемонда Вильямса в дебюте этой встречи. 7-0. И Эдер Мессина вынужден брать минутный перерыв. Пока группа поддержки исполняет свой танец, игроки ЦСКА получают наставление от тренера, что нужно исправить. И прежде всего
наверное, в нападении, потому что, ну, пропустили 7 очков в баскетболе. Меньше 60 очков практически не пропускает, бывает, но в нападении пока что не ладится игра. Пытается Вандерпул один на один обыграть своего опекуна, не получается, бросает через руку. Может быть, Теодоруса Папалукаса нужно выпустить для того, чтобы оживить игру. Вполне возможно, пока же 3 минуты и 42 секунды. Армейцы играют без очка. Смотрим, есть ли замены. Нет, Джон Роберт Холден, Дэвид Вандерпул, Саврасенко, Смодиш и Лэнгдон возвращаются на паркет. У Барсы также пока без замен, но здесь Душка Ивановичу, наверное, пока не стоит вносить никаких корректив. Все очень неплохо получается у его подопечных в эти минуты. Вандерпул продолжает действовать на позиции разыгрывающего. Уильямс там довольно агрессивно против него защищается. И вновь неточная передача Марканата спасает этот мяч, улетающий за лицевую. И контратака Барсы. Уильямс против Вандерпула. Кучка занимает позицию в усах. Но вот сейчас с Марканата у них здесь легкое недопонимание. Вандерпул Кучку за майку придерживал. Браво, браво, Дэвид! Убегает быстрый отрыв, но очень быстрый. Очень быстрый. Навара успел свалить в центре площадки. Нет еще, естественно, 4 командных замечаний у ЦСКА. Этот фол в пользу провинившегося. С другой стороны, судьи просят Матьяша Смодриша вынести мяч. Смодиш выносит мяч из-за боковой линии. Матьяс Смодиш, один из немногих игроков истории Евролиги, который выходил в финал 4 в составе 3 разных команд. С Киндером в 2002, со Скипером в 2004 и вот в этом году с ЦСКА. 4.5 минуты. Армейцы никак не могут набрать ни единого очка. Лэнгдон берет инициативу на себя. Не точно. Уильямс выигрывает подбор у Смодиша. За голову нашему мощному форварду улетел мяч. И Смодиш... Уильямс, практически едва оторвавшись от земли, этот мяч подобрал. Уильямс, кстати, может. У него не проблема. Наконец-то мажет. Браво, Леша. Саврасенко после двойки остался он против Уильямса. Естественно, Уильямс быстрее. И выбросить он успел, но помешал Алексею ему это сделать. А на скамейке запасных мы видим Сергея Панова и Теодоруса Папалукаса. Эта пара должна что-то внести, какую-то перемену в игру. И Матьяш Смодиш открывает счет для ЦСКА. Смодиш открывает счет, и тут же Панов отправляется обратно на скамейку. Видимо, Смодиш и хотел менять Этера Мессина, но вот забитый мяч вынуждает его пока предоставить словенцу еще один шанс. Теодорос Папалукас готов войти в игру. Дэвида Вандерпула меняет. Да, не все получилось у Дэвида в дебюте этого матча. Но вот мы смотрим, как армейцы по истечении практически 5 минут игрового времени забивают свои первые 2 очка в этом матче. Ну, посмотрим. Папалукас, прекрасно знаком ему Шемон Уильямс. Сразу пытается прихватить американца. Ох, как Лэнгдон выкатывался за Навара, но тем не менее. Навара. То ли секунды хватило Навара, чтобы поразить цель из-за дуги. 10-2, Барса впереди. Очень быстрый бросок и ничего не смог поделать. Лэнгдон отвечает тем же, но мажет. Де Ла Фуэнте успел поставить руку, закрыть видимость Лэнгдону и не попал тот. А вот фирменная этот... бомбочка в исполнении Навара цели не достигает. Этот самый парашют, которым всю Европу измотал Навара. Но не получается у него, и слава богу, что не получается. Смотришь издалека, мимо Папалукас. Папалукас на подборе. Ну, давай, Теодорос, еще один. Подбор, да, браво. Папалукас. 2 подбора в нападении. Пусть подпорчена статистика попаданий с игры, бог с ней. Как заправский и мощный форвард отборолся на подборе номинальный разыгрывающий армейской команды. И что здесь? Де Ла Фуэнте получает фол в нападении. Обхватывал он Лэнгдона за спину в момент постановки заслона. И отдают судьи мяч армейцам. Душка Иванович, естественно, недоволен. Кстати, вот еще одна деталь. Душка Иванович в прошлом году в полуфинале обыграл ЦСКА. Но тогда его командой был ТАУ. Теперь Барса. Душка Иванович имеет шанс присоединиться к когорте величайших деятелей баскетбола, которые выигрывали Евролигу в роли игрока и тренера. 2 победы в составе югославской
Югопластики на счету Душка Ивановича в 89-м и 90-м году. Ну а всего таких игроков, которые выигрывали Евролигу, и игроком, и тренером три, это Святослав Пешич, который в 79-м году стал победителем с Босной Сараева как игрок, из Барселоны в 2003-м как раз в роли тренера. Арденако Лучичян и Лоло Сайнц. Арденако Лучичян в 61-63 году выигрывал как игрок ЦСКА и в 69-м и 71-м как тренер. Вандершпигель появился на площадке и в нужный момент. Да, Марканата сфалил. Не все хорошо в сезоне было Вандершпигеля с фалами, но еще раз повторимся, сегодня, сейчас, как сегодня сыграет каждый из игроков ЦСКА, от этого зависит результат команды. И Вандершпигель превосходит самого себя. 2 из 2. Браво, Томас. Будем надеяться, этот локальный успех вселит в него уверенность. Пока против Марканата защищается. Де Ла Фуэнте удается выкатиться под кольцом. Ой-ой-ой. Марканата втыкает мяч сверху, невзирая на сопротивление Вандершпигеля. И подбадривают своего товарища по команде, по полукасы Смодиш. Давай, давай, Томас, ты сможешь. Смодиш отправляется на скамейку запасных. И Сергей Панов. Ровно 10 лет назад Сергей Панов впервые вместе с командой вышел в финал 4. Так и не довелось пока нашему прославленному ветерану сыграть в решающем матче за титул. Но будем надеяться, это дело не столь отдаленного будущего. Марканата забивает бонусный штрафной, и 13-6 Барса впереди за 2.58 до конца первой четверти. Супер пас по полукасу на Вандершпигеля, но судьи фиксируют фол со стороны Фучки. Нет, Марканата получает персональные замечания, причем тут же принимается он апеллировать к Юнгенбранду, показывая, что его коллега определил аут. Но Юнгенбранд на то и главный судья, чтобы принимать более весомые решения. И Марканата отправляется на лавочку, вместо него Кокиусис. Третий фол у Марканата уже в первой четверти. На самом деле это на руку ЦСКА, а Кокиусис тоже чемпион Европы, как и наш Тодорос Папалукас. Сейчас два чемпиона Европы 2005 года будут противостоять друг другу. Оба очень классные игроки. От Кокиусиса можно ждать больших неприятностей. А Вандершпигель забивает третий подряд штрафной. 4-й, к сожалению, не сумел. Панов чуть-чуть уступил на подборе другому суперветерану Грегору Фучке. Панов, кстати, этот сезон проводит здорово. Не случайно аналитики Евролиги отметили его как игрока, который... Браво, Панов, браво, браво! С годами только лучше. И сейчас Панов блестяще играет на перехвате. Отличный пас по полукасу, но не доходит до Вандершпигеля. С отскоком от пола отдавал по полукасу. Передачу под себя, конечно, такому высокому игроку, как Вандершпигель, тяжело было ее поймать. Но вынужден был рисковать. Ну а здесь Панов обокрал Фучку, отомстив ему за микроэпизод, случившийся под чужим кольцом секундами ранее. По полукасу. Да, эти два игрока на высочайшем уровне играют, что Грегор, что Сергей. Очень долго, наверное, по 10 сезонов уже в Евролиге провели, может быть, больше. А сейчас судьи, похоже, не засчитывают мяч, забитый Лэнгдоном. Ну, раньше там сфалил Де Ла Фуэнте, также он недоволен, пытается предъявлять претензии арбитру, и в итоге отправляют его на скамейку объединенными усилиями, и вместо него Джан-Лука Базили. Уже 5 командных замечаний. 6-е у Барселоны на линии штрафных. Лэнгдон первый точно. И Лэнгдон набирает свое первое очко в этом матче, немножко сокращая разрыв в счете. Минус 5 у армейцев. И минус 4 следом после второго попадания Лэнгдона с линии штрафных. Вантерпул возвращается в игру вместо Лэнгдона. Да, Шимон... И посмотрим. Вантерпул берет Базили, с Панов с Кокиусисом. Кокиусис очень опасен, несмотря на довольно высокий рост, 2 метра 7 сантиметров. Очень хороший у него дальний бросок. Хуан Карлос Наварро в проходе, и довольно жестко там Холден фалит в дебютной фазе. Правильно делает, потому что был свисток, а Наварро пошел забивать мяч. Наверное, Джону Роберту нужно было чуть-чуть помягче это сделать, но то, что он не дал после свистка мячу опуститься в корзину, это на руку.
как приклеенный Джон Роберт Холден играет с Карлосом Наварро, нарушая все законы геометрии баскетбола, практически 4 в 4 играют баскетболисты. А вот сейчас они поменялись. Вот серию заслонов получил, да. Наварро. И Вандерпул на периметре обокрал Наварро и по полукасту. Браво, Тодорос, браво! С выходом Тодороса по полукасту оживилась игра ЦСКА абсолютно точно. Не могли мы долго ничего забить. Первые два очка забили только на 6-й минуте. Вот уже этих очков 11, и всего на 2 отстаем мы от Барселоны. Ну и в защите нужно продолжать работать в том же духе, как это удавалось армейцам в последних трех атаках Барсы. Базилия. Вандерпул за ним выкатывается из-под заслонов. Здесь разменялись Базилия против Вандершпигеля. Молодцы! Браво, браво! Падай! Браво! Отвоевали мяч и по полукас вновь в быстром прорыве. Эх, не забил Тео, очень тяжело. Здорово там сыграл Наварро. В последний момент встал на пути у греческого разыгрывающего. Не смог его обогнуть по полукас. Ай-яй-яй. Ну, на публику немножко сыграл Наварро. Можно было так не падать. Посмотрим, был фол или нет. Мне показалось, что не было. По крайней мере, хочется этого, чтобы его не было. Но пока нам повторяют блестящие действия в обороне Дэвида Вандерпула и прорыв по полукаса. Два штрафных Хуан Карлос Наварро исполнит. И Трэджин Лэндон готов вернуться в игру. Пока занимает он место у судейского столика. Точен Наварро в первой попытке, но с штрафными у него всегда было все в порядке. На больше 80% он лучше в Барселоне по этому показателю. Едва кладет точно в цель. Замена. Трэджин Лэнгдон меняет Джона Роберта Холдена. И теперь, наверное, он будет против Наварро защищаться. А Вандерпул на позиции первого номера против Вильямса. Но здесь логично, что Лукас занимает позицию высок. Может он против Базили поцентрить. Преимущество у Росси там очень серьезное. Вандерпул против Вильямса. Тоже вариант. Но, правда, быстрее все нужно делать Дэвиду. Угрожает там походом на подстраховку Базили. В итоге из Браво, Вандерпул! Но вырывают наш мяч Панов. И фол на Панове получает. На самом деле игра вся сегодня будет стать из маленьких-маленьких эпизодов. И в каждом из этих эпизодов нашим нужно выигрывать, как сейчас. Как упали за мячом, как сейчас Вандершпигель боролся, как Сергей Панов получил эту передачу, которую выцарапал Вандерпул. И если мы будем в каждом отрезке отдаваться так, то Барса никуда не денется. Последняя минута первой четверти у нас идет. 54 секунды до конца. Панов реализует первый штрафной. 15-12. Барса впереди. И действительно, Лэндон как приклеенный. Хуану Карлосу Наварро. Стоят они на трехочковых вблизи армейского кольца. Панов дважды точен. Нужно, очень нужно отзащищаться сейчас, не позволить Барсе забить. Пополукас против Вильямса. Очень хорошая заслона ставит Фучка, и ничего не остается Вандерпулу, как фалить. Хотя, мое мнение, что Фучка двигался немножко, но очень опытный игрок и хитрый. А вот ЦСКА, это третья команда, замечание за лицевой выносит Барса. Кладут арбитры мяч и начинают отчеты. Вот теперь как ошпаренные барселонцы бросились выбрасывать этот мяч. И нет, очень странно наши разбирались в защите. Такое впечатление, что судейское решение стало сюрпризом и для нас. В итоге против Хуана Карлоса Наварро рядом оказался Панов. Где был Лэндон, непонятно в этой ситуации. Очень обидные три очка мы пропускаем из-за несогласованности в обороне. Очень хороший заслон получил Опалукас. Попытается Базилия обыграть спиной. Браво, Тодорос, браво! Посмотрите, как быстро он это сделал. Очень красивый эпизод, но последняя атака в этой четверти за Барселоной. Уильямс обостряет против Опалукаса. Вандершпигель не пошел на подстраховку. Посчитал он, что сделает скидку на Фучку и просчитался. Ну что же, первая четверть позади. Ничего страшного не случилось. 20-15. Барселона пока впереди. Мы продолжим после паузы. Оставайтесь с нами. Вот у нас Никита Курбанов меняет Сергея Панова. И может быть с ним быстрые ноги. Горячий парень, храбрый, ничего не боится. В некоторых матчах Евролиги показал себя. Удачи тебе, Никита.
Лэндон защищается против Навара. Пополукас с Базили. Но пока, кстати, с Базили нам удается справиться. Впрочем, трехочковый-то один он все равно забил. Уильямс против Лэндона. Мучает буквально финтами нашего Треджина. И все-таки мажет. Курбанов забирает подбор. Пополукас. Позиционное нападение у армейцев. Двоечку со Смодишем играет, но Матиш неакцентированный заслон поставил. Но, впрочем, разменялись все равно игроки Барса, но вот сейчас произошел обратный размен. И уже Трайес против Смодиша, а до этого Уильямс его опекал. Ну, право Джон Роберт Холл. А вот Трайес убегает в отрыв, успеет или нет? Ну не так же, ну что такое? Такой здоровский трехочковый забил Холден. И такая досадная ошибка. Лэндон погладил буквально своего оппонента в этом эпизоде. И с фолом мяч Трайес забил. Здесь не подстраховали, похоже, Холдена, который атаковал из угла на позиции разыгрывающего. Страховать быстрый прорыв было некому. И воспользовались испанцы по центру. Провели разящую контратаку. И вот так имеет возможность тремя очками на наши три ответить. Любопытная техника у Трайеса. Довольно долго готовится он к исполнению этого штрафного. Мажет. Минус 9 у ЦСКА за 2.22 до конца первой половины встречи. Холден получает слева мяч против Навара. Вниз на Смодиша. Здесь вдвоем готовы его прессинговать. Курбанов из-за дуги. Ну, Никита, наверное, не своим делом он сейчас занимается. Да, по логике атаки правильный был этот конечно, бросок. Конечно. Концентрируется очень здорово. Очень здорово концентрируются игроки Барселоны вокруг нашего центрового, любого центрового или маленького игрока внутри трехсекундной зоны. Не дает возможности выбросить. Обыграв одного игрока, сразу получаешь подстраховку и нужно скидывать на периметр. Просто забей, Никита, и все было бы здорово. Но это такая тонкая материя. Бросок забил герой, не забил. Подвергается это суровой аналитике. В данном случае, наверное, все-таки, опять же, лучше бы, чтобы в этой позиции, где находился Никита Курбанов, был Холден или Пополукас. А Никита нужен под щитом бороться за эти отскоки после логичных бросков, которые никто не спорит. Ладно, эпизод заигран. 2-0-1 до конца. Уильямс забивает два штрафных и вновь делает преимущество довольно весомым своей команды. 36-25 за минуту 57. Холден получил ряд заслонов по лицевой, но успели там за ним выкатиться. И вновь Курбанов атакует, мажет. Молодец, Смодиш. Браво, Смодиш, браво. Опять Никита атаковал по делу. И хорошо, что атакует. Слава богу, что Смодиш подобрал. Потому что если он будет играть только в отдаче, от него начнут страховать, и тогда толку не будет нападение. А вот это бомба в исполнении очередная. Но пока фирменные броски у Навара не идут. И Трайес срывает нашу атаку быстрым, так называемым, тактическим фолом. Но очень хорошо, то, что он свалил на Лэндоне. Лэндон сейчас два штрафных будет прибивать. И будем надеяться, забьет. Выбрала и та, и другая команда лимит командных замечаний в этой четверти. Смотрим мы. Видели мы повтор. Сначала на телеэкранах, но сейчас на большом табло показывают эпизод, в котором Смодиш выиграл борьбу под щитом. Никого не оказалось рядом с ним. Молодец, Матиш. А игроки Барселоны требуют, чтобы Курбанов бил штрафные. Хотя абсолютно точно там не Курбанов был, а Лэндон. Это уже такое на психику давление. Ну тут, по-моему, все приемы хороши, кроме удара под дых. Все-таки это баскетбол, а не бокс. Но посмотрите, Фучка останавливает мячик, отбрасывает его два раза. Игроки Барселон доказывают судьям, что должен другой наш игрок прибавить штрафные. Но Лэндон точен дважды. И минус 7. Очень нужно отбиться сейчас. Холден против Уильямса. Кьюсис на периметре. Здесь все понятно, ничего необычного. Лэндон против Навара. Базили пошел по лицевой, по полукас. Не успел. Наделся на заслон Трайеса, но мажет Базили. Ставит хорошие заслоны, но двигается игроки Бастры. Барси не видит этого судьи. Поэтому чуть-чуть по полукас сейчас не схватал фол. Под кольцо Тео забивает. Папа Лукас. Фух. Ну, чуть полегче. 36-31. И еще штрафной за минуту и одну секунду до конца тайм-аут. Берет Душка Иванович. Какой же напряженный матч. Ну, других
полуфинале Евролиги, конечно же, быть и не может. Ну что же, за одну минуту, одну секунду до конца первой половины все не так плохо становится для ЦСКА. Вторую четверть мы играем ничью, по-прежнему 5 очков преимущества Барсы. Витор Мессина, один из самых удачливых тренеров в истории Евролиги. 152 победы, 58 поражений. Он, такой у него рекорд в матчах главного европейского турнира. 72,4% побед. В общем, очень неплохой показатель. Пини Гершона не намного выше, там счет идет на 0,1%. Мессина выиграл 4 титула чемпиона Италии дважды. Вместе с Киндером побеждал в розыгрыше Евролиги. И напомним, что однажды как раз превзошел Тал Керамику Душка Ивановича. Так что продолжительная здесь история взаимоотношений. Ну и напомню, команды Эторе Мессины не проигрывали в полуфиналах Евролиги. Закончен тайм-аут. Возвращаются команды на площадку. Траес, Кокиусис, Базили, Уильямс, Наварро. Очень такая легенькая пятерочка-то у Барсы. Но так у нас тоже не очень тяжелая. Самый высокий игрок у нас Модиш и Курбанов. Папас мажет, к сожалению, бонусный штрафной. И там чуть-чуть не хватило Смодишу, чтобы удержать этот мяч, отскочивший от передней дужки. Ну что, пока получается на концовку две атаки Барса против одной нашей. Нужно отбиваться. По 24 секунды они, может быть, будут короче, но посмотрим. Наварро очень красиво показывал, как его фалят, но тем не менее отличную скидку на Траеса делает, а тот тяжеленный мяч из-под кольца забивает. И некому бросить мяч по полукасу. Вот Курбанов открылся в центре площадки. Водить ему как раз ни к чему абсолютно. Разбил этот спонтанно случившийся прессинг Барселоны. По полукас. Ох, едва здесь Базили не подставился под нашего защитника. Холден под кольцо. Молодец, Роберт! Еще один бросок с фолом наши забивают. Хорошая традиция. Надо бы еще этими же трехочковыми только из-за дуги подбавить. Как раз Джон Роберт Холден один забил, а больше пока нет. Но еще не вечер. И весь зал сканирует ЦСКА. Хорошая акустика. Пока болельщики Барселоны молчат, и болельщики Макаби просто смотрят за происходящим. Крики ЦСКА слышны в зале. Их слышат наши ребята. Ну вот, второй раз подряд мажем мы штрафной, но второй раз подряд Смодиш. Здорово на подборе. И на этот раз более успешно, чем в предыдущей попытке. На этот раз свалили на нем. И Матиш теперь пробьет два штрафных. 16,5 секунд будет на ответ у Барсы. Да что же это такое? Третий подряд штрафной мажут армейцы. Неужели? Нет. Я даже не хочу вспоминать об этом. Это все уже пройдено. Новая жизнь, новый тренер. Команда та же, ЦСКА. И она может победить и должна. Браво, Матиш. 38-34. Барса пока ведет. И 10 секунд до конца второй четверти остается. Вильямс против Холдена. Качает такой своеобразный маятник Шемонт Вильямс. Обостряет под кольцо. Сам с отвалом. Не точно. Браво, Кубалукас. Выигрывает щит, но времени на ответ, к сожалению, у ЦСКА не остается. Ну что же, первая половина позади. 38-34. Барселона пока впереди в поединке с армейцами. Эторе Этро Мессина выскакивает на площадку и лично жмет руку всем игрокам пятерки, заканчивавшей эту четверть. Ну что же, продолжение. Есть за что. Оставайтесь с нами. Меньше минуты остается до начала второй половины второго полуфинального матча Евролиги между ЦСКА и Барселоной. После 20 минут игры Барса впереди. 38-34. Очень непросто складывается для армейцев этот поединок. Но, повторюсь, легких матчей в полуфинале Евролиги быть не может.
Несколько слов о статистике. В первой четверти Барселона превосходит нас в проценте попаданий с игры 56 против 37. И здесь немножко повторяется картина первого полуфинала, в котором менее метко атакующая команда вынуждена добирать свое отчаянной борьбой за подбор. Таким образом, вынуждены были армейцы, просто вынуждены были действительно снимать 7 подборов нападений на счету Барсы. Такой подбор всего лишь один. Ну и красноречивейшая статистика голевых передач. 8 у Барсы, 0 у ЦСКА. Думаю, это о многом говорит, о многом касательно рисунка, в котором проходит этот матч. Но несмотря на это, армейцы проигрывают всего 4 очка. 4 очка их отделяют от Барса. И потенциал в атакующих передачах, в трехочковых бросках. Один трехочковый забил Холден за весь ЦСКА. И ни одной передачи не отдали армейцы друг другу. Ну и нужно добавлять, в обороне 5 из 10 броски из-за дуги в исполнении Барсы. Фучка один из героев первой четверти. Ни одного броска по кольцу не совершил, но 5 подборов на его счету. Ай-яй-яй, два перехвата, Сергей, и 3 блокшота. Вот это Фучка. Сыграл 16 минут, 15 но... секунд. Заслуженный ветерал. Дальний отскок прилетает к Кикиусису. И быстренько, кто у нас на площадке? У Барсы Шемонт Уильямс, Жанлука Базили, Кикиусис, Фучка и... Торнтон. Торнтон провел на площадке в первой половине совсем немного, 5 минут, но 2 броска с игры из 2 забил. Собственно. А у ЦСКА это Холден, Папалука, Смодиш, Лэнгдон и Сергей Панов. Да, по-прежнему без номинальных центровых продолжают играть армейцы. Торнтон встает на линию штрафных. Лишь 6 бросков из статичного положения баскетболисты Барселоны произвели в первые 20 минут встречи, 5 реализовали. Ну что еще по статистике? Уильямс, самый результативный игрок в составе обеих команд, 11 на его счету, по 8 набрали сразу 3 баскетболиста. Это Хуан Карлос Наварро у Барса и Папалукас со Смодишем у ЦСКА. Дважды точен Торнтон, минус 6 у армейцев. Смотрим, как будет развиваться эта атака. Холден атакует через руку Торнтона не точно, и Фучка здорово отсек Смодиша, не пустил его к счету. Барса идет вперед. Торнтон против Папалукаса. Вновь будет обыгрывать внутрь. Здорово Тео из-за спины успел задеть мяч. Сорвана атака, но тем не менее Барса продолжает владеть мячом. 15 секунд у них на владение мячом осталось. Уильямс, Фучка, Холден. Торнтон вновь против Папалукаса, вновь обыгрывает под кольцо, на этот раз бьет со средней. Браво, Сергей! Панов забирает этот мяч у Фучки. Браво, Сергей! Устоял! Очень непросто было Панову в этой ситуации. Из-за головы буквально вытягивал он мяч, на котором повис Фучка. И фол здесь получает 7-й номер Барселоны. Это у Фучки второе, если я не ошибаюсь, персональное замечание. Да, у Дениса Марканаты таких... замечание уже 3. Лэнгдон из-за дуги мажет, и Панов не может подобрать мяч. Уильямс медленно переходит в свою половину поля. Но торопиться испанцам некуда. Все у них очень неплохо получается в позиционном нападении. Ну и, шутка сказать, 4 баскетболиста из находящихся на площадке могут выпалить из-за дуги. Действительно, я не оговорился, 4, потому что как Торнтон пока был темной лошадкой в этом компоненте. Но вот, пожалуйста, точен он в своей трехочковой попытке. И 43-34. Вновь небольшой голевой затык у ЦСКА на старте третьей четверти. 5 минут в первой 10-минутке мы играли без очка. И вот уже почти 2 минуты в третьей. Второй фол у Барселоны в этой четверти. Смотришь на Панова. Фучка очень активно там защищается, машет своими длиннющими руками. Лэнгдон забирается под кольцо. Что же такое за Фучка? А, ну, 4-й блокшот ставит Грегор Фучка сегодня нашим игрокам. Причем пострадали от него и Панов, и Лэнгдон, и кто-то еще. Но вот этот это классический случай, как игрок может доминировать на площадке, не набирая очков. Вот сейчас Фучка сделал свой первый бросок в этом матче. Но сколько пользы принес он команде своими действиями в обороне уже к этой минуте, да. Ой, ну... Очередное позиционное нападение в исполнении ЦСКА. Холдена запускают по лицевой. 2 заслона. Джон Роберт не атакует с дистанции. Панов. Коронный полукрюк левый. Мажет. И Торнтон на двоих с Кикиусисом забирает этот подбор.
Никита Курбанов появляется на скамеечке запасных. Очевидно, Сергея Панова он заменит. Торстон на грани потери. Контролирует мяч на периметре и атакует. Смодиш. Ну, давайте, ребята, давайте. И совсем Торнтону не хватило чуть-чуть. Для промаха здесь Базили останавливает полетевшего под кольцо Джона Роберта Холдена. Тактический фол. Третий он командный у Барса в этой четверти. Минус 9 у ЦСКА. От ЦСКА 3 минуты и 3 секунды в начале третьей четверти не может набрать ни одного очка. Да, Курбанов действительно меняет Сергея Панова, армейского капитана, который... пятый раз вместе с командой принимает участие в финале четырех. Смодиш мажет. Один остался под кольцом. И... ну вот это черновая работа Фучки. Знал Матис, что рядом. Рядом Грегор Фучка. И поэтому немножко поспешил с броском. И промахнулся, к сожалению. Базили против Лэмбдона. Фучка идет ставить ему заслон. Размениваются армейцы. Базили против Смодиша. Ну и преимущество в подвижности Базили свое реализует. Вновь минус 11. Повторение самого большого преимущества Барса. В этом матче однажды армейцам удалось превратить эти минус 11 во вполне, казалось бы, благополучный минус 4. Но опять же, пауза в плечах, которую прерывает Джон Роберт Холден попаданием из-за дуги. Второй трехочковый Холдена. 45-37 мы проигрываем. 6 минут ровно осталось до конца третьей четверти. Торнтон против Папалукаса. Вновь будет внутрь. Никто из армейцев идет под страховку. Идет. Большими руками успевает задеть мяч. И Холден поспел к раздаче слонов. Ну же. Браво, Джон Роберт, браво. Давайте, ребята. Второй подряд трехочковый Холден возвращает ЦСКА на отметку минус 5 от Барса. Очень нужно сейчас отзащищаться. Уильямс, естественно, попытается взять реванш. Вот как Фучка здорово придумал в одном прыжке отдать передачу. Торнтон лезет под шип. Браво, смотришь, браво, браво. В падении отдает на Папалукаса. Давай, обыгрывай. Да. И браво. Обыграть до конца не удалось. Уильямс свалил. Вот редкий случай, когда не просочился Теодорос Папалукас сквозь защитника. Был похожий эпизод и... в первой половине встречи, когда Хуана Карлоса Наварро Папас не сумел обыграть. Ну что же, второй фол Уильямса. Два штрафных. Хуан Карлос Наварро возвращается в игру. У Барса меняет он Беннета. А четыре командных фола у Барселоны. Каждое последующее их персональное замечание будет наказ пробитием двумя штрафных бросков. Но Теодорос Папалукас мажет с линии. Ой. Должен забить сейчас второй мяч. И... забивает Тео и снова минус 4. Собственно, то, с чего началась третья четверть. Обменялись соперники мощными оплеухами по 7-0. Друг другу привезли, и все начинается заново. Фучка. Уильямс наводится на своего партнера. Атакует из-за дуги точно. Матяш, ну должен же он выходить, помогать своему игроку. Но сколько раз защитники Барселоны атакуют сегодня через наших больших и забивают. 7-15 трехочковые у Барса к этой минуте. Смодиш занимает позицию в центре трехсекундной зоны. Да, выиграл он здесь место у Кокиусиса. И лишь ценой фола Кокиусис смог воспрепятствовать передаче. Да, как-то вот получается, когда меняются в защите испанцы, у них немножко получше это выходит. Когда наш остается, наш большой игрок против маленького испанцев, и не идут они в проход, они останавливаются и бьют. А наши игроки на самом деле правильно защищаются, они должны держать дистанцию, потому что близко, если будет Вильямса держать, смотришь, пройдет тот его. Но очень быстрый бросок. И браво, Матяш, браво, забивает он свое 10 очко в этом матче. Но, к сожалению, продолжаем мы мазать штрафные. Очень-очень много для матча такого уровня. 8 очков подарили мы сопернику таким образом. Вот как раз их-то и не хватает армейцам, чтобы наконец настичь соперника. Догонять, сами понимаете, очень и очень тяжело. Особенно в таких матчах. 6 секунд на атаку у Барса. Наварро будет решать сам. Ну, и решает. Смотришь, далеко находился. Один в один Наварро обыгрывает любого игрока в Европе.
нужна помощь. Минус 8 у ЦСКА. Пополукас. Лэнгдон начинает движение по лицевой. Наварро за ним, как на роликах. Курбанов под кольцом. Здесь же Фучка. Но фол же фол. И вновь Фучка отбивается. Отбивается в защите и не позволяет Смодишу забрать подбор. Да. Минус 8 для ЦСКА. Мяч у Вильямса. И все атаки Барселоны проходят после хороших заслонов. Посмотрите, как сейчас один Кокиусис, но... Кокиусис мажет и за дальним отскоком первым все-таки успевает Холден. Но там и Вильямс боролся, и Кокиусис пластался буквально в подкате. Ну вот, фол Фучки, браво, браво. Ну и, прям скажем, неочевидный эпизод. Очень хорошо, что неочевидный эпизод, но Фучка... Третий фол получает. Душка Иванович выходит, объясняет судье, что делал Фучка. А Фучка получает технический за очень хорошо, очень активное высказывание своего недовольства по мотивам этого эпизода. А вот два грека, посмотри. Два грека между собой выясняют, кто прав, кто виноват. На родном языке могут поговорить. Четыре штрафных подряд ЦСКА. Да еще и владение. Очень неплохо. Нужно забивать Тео. Первый точно. 3.53 до конца третьей четверти. Есть возможность подобраться к сопернику поближе. У Фучки четвертый фол. Это очень хорошо. Ключевую роль в защите играет этот форвард. И теперь вынужден он будет, конечно же, беречь себя немного. Но есть еще в запасе у Ивановича Марканата. Тремя персональными замечаниями довольно долго он сидит на скамейке. Технически Трэджин Лэнгдон выходит пробивать. Дважды точен. Браво, минус 4. 4 и владение. Очень неплохо. Тем более, что всего лишь одно командное замечание. У армейцев в этой четверти могут они рисковать в защите, защищаясь чуть-чуть агрессивнее. Очень нужно сломать Барселоне нападение. Для этого, опять же, повторю вашу мысль, Виталий, все средства хороши. Браво, Теодорос, браво! Фучки. Вот тот самый эпизод, Фучка не был столь активен да, под кольцом. Вынужден он был наблюдать в основном за тем, как Пополукас из-под кольца набирает два очка. Ну что, станет ли это этот эпизод? Ой, ключевым? Как Пуан красиво, как красиво! Браво, браво! Бежать, ребята, бежать! Не... Нокауте в легком Барселоне. Минус 6 у них за последнюю минуту с небольшим. Иванович уже на площадке. Защищается вместе с Шемондо Уильямсом. О, посмотрите, как бьет. И ударился мяч по боковую. Ну, бил же Уильямс. Смотришь, если сейчас покажут. Это же фол нападения. Вернее, фол в защите. Нападение наши игроки были. Я уже превращаюсь из комментатора в болельщика. Очень высокое напряжение. Тайм-аут. 3-10 до конца третьей четверти. Два очка. ЦСКА пока уступает Барселоне в сложнейшем полуфинальном матче Евролиги. 50-48 в пользу гранатовых и синих. 14 очков на счету Шемондо Уильямса. 10 у Наварро. 9 на счету Торнтона. 13 у ЦСКА на счету Пополукаса. 11 добавил Холден. Холден, кстати, единственный из наших, кто... попадает из-за трехочковой дуги и делает это со стопроцентным показателем. В то время как все остальные. Посмотрим, да, посмотрим ситуацию с фолами. Значительно меньше персональных замечаний получили армейцы. И проблем никто не испытывает. Два у Холдена, два у Лэнгдона, два у Ванденшпигеля. Что касается Барсы, то здесь не все так просто. 4 у Фучки, 3 у Трайса, 3 у Марканата. Это практически вся передняя линия подвисает. Два у Уильямса, два у Наварро, два у Делла Фуэнте, Кокиусис и Торнтон. Также по три персональных замечания в пассиве имеют. Это развязывает армейцам руки. Это позволяет им играть более агрессивно не только в защите, но и в нападении. Но вот Фучку оставляют на лавочке и как раз Трайес возвращается в игру под восьмым номером. Три фола у него в пассиве. И очень отрадно, что у ЦСКА в графе ассисты стоит цифра 5. Более командную игру ЦСКА демонстрирует. И благодаря этому, несмотря на то, что разница-то всего на 2 очка сократилась, было минус 4, стало минус 2. А командный баскетбол ЦСКА играет и внушает это надежды. Уильямс против Холдена. Вот сейчас ключевые моменты для Уильямса. Может он потерять контроль над собой. Браво, под Курбанова и...
Базилия. Что, наступил? Нет, 3 секунды даже определил арбитр. Забежал Уильямс в 3-секундную зону. Довольно долго там финтил. И потом сделал скидку на периметр. Это 3 секунды. Пополука здесь параллельно еще требовал и пробежку для Уильямса. Но... Ну, 3 секунды с пробежкой. Это будет перебор. По совокупности содеянного. Смодиш занимает позицию в усах против Кокиусиса. Скидка на Лэнгдона. Разбрасывает наш мяч по периметру. Браво, Пополукас! И ничья 50-50. Фу! Вновь взвился над трибунами одинокий греческий флаг. Вот только непонятно, за кого же болеют эти отчаянные греки. За Кокиусиса или за Пополукаса? Подбор надо брать. Добирает Смодиш, хотя Трайс, казалось, добирается к этому мячу через стену. Пас, прорыв на Курбанова. Никита мажет и мешает Лэнгдону. Какая обидная ошибка. Тем не менее, это Ремесина аплодирует своему юному форварду. Давай, Никита, все получится. И вся команда ЦСКА радуется каждому удачному эпизоду. Защищаться. Смодиш выходит на подбор. Базилию. Подбор, Матьяш. Отсекает его. И Пополукас прорыв параллельным курсом Холдена. Но не получится быстрая атака. Холдену в угол. Джон Роберт. Браво! Плюс снизу ЦСКА. Тайм-аут берет Душка Иванович. Минута 40 до конца. Мы, наверное, впервые в этом матче выходим вперед. Так, Роман, или не так? Сейчас уже не вспомнить, но похоже, что да, вы правы, Виталий. 53-50, правда, не торопится зафиксировать этот успех табло. Вот сейчас цифры переключились, но что мы там видим? Табло сошло с ума. Это самое правильное слово, потому что напротив фамилии Холден мы видим цифру 5. Это значит, что 5 персональных замечаний уже у Джона Роберта барахлило. Также мы видим 1500 армейских болельщиков, стоящих на ногах. Все стоят, и жены, дети, просто фанаты. Барселона притихла, Макаби наблюдает. Тау сидит и смотрит. Тихо. Ну и притихла, кстати, барселонская торсида. Довольно бодро они поддерживали свою команду в те моменты, когда плюс 11 был у Барсы. Но ну, отдадим должное нашим болельщикам. Наш сектор не замолкал ни на секунду. Защищался и атаковал вместе с командой. Жил происходившим на площадке. И во многом, наверное, благодаря этому. А за кольцом армейцев. Обычно в этих местах стоят фанаты войска ЦСКА. А эти места стоят на всякий случай 820 евро. И там стоит человек 10 в красных футболках наших. И машут флагами им. И поддерживают, не дают Барселоне атаковать. Роджер Гримау под 44-м номером появился на площадке у Барсы. Навара против Лэнгдона фол Трэджин получает. Но это всего второй фол армейцев в этой четверти, да. Вантерпул готовится вернуться в игру. Кого он заменит? Заменяет Лэнгдона. Достаточно долго, да, отсутствовал. И меняются они игроками. Пополукас отправляется к Наварро. Лэнгдон будет отвечать за Базили. Роджер Гримау. В угол на Наварро. И тот атакует, не задумываясь. Давай, Холден, давай, нарезай. Да, нет. Не удалось размотать быструю контратаку. Смодиш опрокидывает здесь под кольцом Трайса, который просто как ядовитый плющ обвивался вокруг нашего мощного форварда. Скинул. Браво, как обманул Пополукас. Как он обманул Гримау. Он показал всем своим видом, что отдаст пас Вандерпулу. Тримау уже был там, перехватывал тот пас в это время. Вправо 2 шага, фол. Пополукас на линии штрафных. Тео самый результативный пока в составе ЦСКА. 16 очко записывает он на свой счет. И за 1 минуту 10 секунд... Плюс 5 у ЦСКА после 2 попаданий Теодороса с линии штрафных. Роджер Гримау на позиции разыгрывающего. Навара и Базили готовы открыться под бросок. Здесь зарылся Гримау. И что? Фол! Ай-яй-яй! Не дотерпели. Не дотерпели армейцы уже.
замыкалась, должна была замыкаться эта атака на Гримау. Сходились наши, и некуда было ему деваться в этом эпизоде. Очень здорово вел Вантерпул. И, по-моему, вы знаете, чисто все-таки выбил мяч у Гримау. Впрочем, я могу ошибаться. 50-42 вела Барса, 50-55, сейчас она проигрывает. 13-0, рывок ЦСКА, блестящая защита. 52 секунды. Полукас против Гримау. И получше наши стали защищаться на периметре. Вот и Кукиусис понял, что дрюльник ему бросить не дадут. Вынужден лезть под кольцо. Забивает, но очень тяжелый мяч. Вовсе не обязательно, что еще раз такой Кукиусис забьет. 35 секунд. Последняя атака в этой четверти вновь останется за Барсой. Так уж получается по ходу всего этого матча. Смодишу, наверное, чуть менее активно нужно размахивать руками в этих суровых единоборствах под кольцом. Браво! Давай, 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 давайте, ребята, посмотрите, какая... Какая борьба в партере! Бешеная борьба Гримау в партере! Получает персональное замечание. Курбанов и Вантерпул бились как львы. И выгрызли, буквально выгрызли этот мяч для своей команды за 19 секунд. Да, будет у Барса более чем достаточно времени на ответ. Но зато ЦСКА может пополнить свой лицевой счет. Иванович негодует. Вот повтор этого эпизода. Иванович негодует каждый раз, когда мяч у другой команды. Будь то ЦСКА или кто бы то ни было. Что делает Иванович? Нам на самом деле... Все равно. Да, если не сказать больше. А как пробьет штрафные Вандерпул, очень важно. 19,1 секунд до конца третьей четверти на линии штрафных Дэвид Вантерпул. 2 очка на его лицевом счету. Оба очка он забил с линии штрафных и имеет еще один шанс Гримау. Ну и смотрим мы, что будет делать в обороны. А Холден приклеился к плану Карлоса Наварро. Здесь понятно. Пополукас откатился под свой щит. И Вантерпул реализует первый штрафной. Курбанов и Смодиш готовы побороться за отскок. На переднюю дужку приходится этот выстрел, но все-таки проваливается мяч кольцо. Разбираются армейцы в обороне. Да, Пополукас прихватывает Базилия. Роджер по-прежнему на розыгрыше. Но вот сейчас план Карлос Наварро берет мяч в свои руки. Будут ставить ему заслоны, будут пытаться выпустить. Курбанов готов страховать. Холден восстанавливает позицию. Кикиусис внутрь. Мажет Кикиусис. Вантерпул. Секунда до конца. Дэвид летит, летит. Не попал. 57-52 в пользу ЦСКА после третьей четверти. У нас короткий двухминутный перерыв, после которого мы продолжим. Телеканал «Спорт» продолжает свой рассказ о втором полуфинальном матче Евролиги между ЦСКА и Барселоной. 57-52. Армейцы в третьей четверти вышли вперед. Вновь был голевой затык на старте третьей десятиминутки. 3,5 минуты. Армейцы играли без очка и за это время получили свое кольцо 7 безответных. Вновь минус 11 стало. Дважды армейцы подходили к этой отметке и дважды умудрялись вернуться в игру. Очень вовремя 2 3-очковых подряд забил Джон Роберт Холден. Единственный в составе армейской команды, который реализует эти дальние броски, причем делает это всей команды. Теодорос Пополукас, 17 очков. Это его сезонный рекорд в матчах Евролиги. Тоже вдохновитель армейского штурма, начало которому положил Фучка, получивший фол и следом технически 4 штрафных и владения было у ЦСКА при счете 42-50. И вот после этого момента рывок, могучий рывок, 12-0 армейцы продемонстрировали. Ай-яй-яй, Теодорос Пополукас на Никиту Курбанова, как обидно. Вынужден Душка Иванович своего джокера выпустить на площадку. 4 фола у Кучки. И нужно, наверное, играть через игрока, которого тот держит. Гримау по-прежнему на площадке. Фучка появился на паркете. 3 фола у него. Да, 3 у Марканата. Добавляет мощи в передней линии Душка Иванович, так как нужно что-то менять. Нашли армейцы вроде бы управу на периметре на барселонских дальнобойщиков. Итак, Гримау, Марканата, Фучка, Базилия и Хуан Карлос Наварро. Курбанов отправляется на лавочку, Панов вместо него в игре. Умница Никита, несмотря на то, что не забил он голы и вроде бы из-под кольца.
мазал, ну здорово защищался и достаточно долго ему. Ну и потом это тот самый случай, когда за одного битого двух небитых дают. Полученный в этом матче опыт станет неоценимым подспорьем для Никиты Курбанова в будущем. Фучка забирает очередной подбор под своим щитом. Пока без забитых мячей минуту команды отыграли в четвертой четверти. Гримау продолжает разыгрывать, отрывается. Хуан Карлос Наварро, Панов поскользнулся, потерял равновесие и зацепил. Зацепил Наварро, просит успокоиться Юнген Брандт. Скамейку Барсы, которая требует неспортивного фола для армейского капитана. Сергей этого фола на самом деле не заслуживал. Поскользнулся он и пытался сыграть мяч. Сорвал атаку. Два фола у нас уже есть. И Гримау с мячом против Вандерпула. Панов. Здесь предлагали помочь ему заслоном и Фучка, и Марканата. Но опять же, на нашей части не очень. С не очень большой выдумкой действует Гримау в нападении. А вот фол здесь Джон Роберт Холден получает в единоборстве с Наварро. Это второй командный у армейцев. И третий, второй, наверное, фол персонально для Холдена. Нет, с Модиша показывают нам, но это на табло, не на экране. 8.47 до конца четвертой четверти. Да, третья команда у ЦСКА. И третья у Холдена. Гримау. Пока в основном раздает. Вот здесь закончил ведение в неудобной позиции. Базили вынужден забирать был мяч из рук. Двоечка с Марканата против него. Вантерпул, Панов с Базили. Но Трюльник не дал забить. Гримау. Плохой пас. 6 секунд на атаку у Барсы. Базили из угла и забивает. Как обидно, но не засчитывают арбитры это попадание. 3 секунды у Марканата они фиксируют. Очень хорошо, что так произошло. Мяч у нас по-прежнему. Да, обидно было счет бы получить под занавес нападение трехочковый. Счет еще ни одна из команд не увеличила свой. 52-57. Великолепную защиту по ходу матча демонстрирует и та, и другая команда. Холден сегодня не может трехочковый. 5 из 5 Джон Роберт. Итак, уважаемые друзья, здравствуйте. Мы на финале 4 Евролиги. К сожалению, пропала у нас на некоторое время, я надеюсь, пропала связь с Прагой. И пока она не восстановится, с вами в студии на Шаболовке буду я, Зураб Читай. Так продолжается полуфинал. Крайне важная для нас игра. И впереди ЦСКА. 60-55. Сейчас фол фиксирует на Джонни Роберте Холдене. В атаке ЦСКА. И осталось не так долго, но это будут самые тяжелые минуты. Продолжается атака ЦСКА. Итак, фиксирует под кольцом ЦСКА. Уильямсе. Ну а тем временем восстановилась у нас связь с Прагой. И я передаю слово нашим комментаторам Виталию Носову и Роману Скворцову. Итак, штрафные сейчас будут исполнять баскетболисты Барселоны. Шемон Уильямс становится на линию. Только что видели вы на своих экранах статистику двухочковых попаданий. 50 у Барсы и 33 у ЦСКА. Все это следствие потрясающей, повторюсь, потрясающей игры в обороне и той, и другой команды. А у нас Вандерспигель. Уильямс мажет второй штрафной, но не сумели армейцы забрать подбор. Вандерспигель возвращается в игру. Плюс 4 у ЦСКА за 6.55 до конца четвертой четверти. Вандерспигель меняет Смодиша. Нужно Матежу отдохнуть, чтобы со свежими силами на концовку он остался.
Да, в зону играют армейцы. Ой, какой хороший пас был на Фучку, не справился он. Уильямс внутрь. Отличная скидка на Марканата. Тот под 180 точен. Плюс 2 у ЦСКА. Плюс 2 у ЦСКА. И по полукасу, очевидно, нужно на площадку выводить. Да, это Рамесина это и делает. Отправляется к скамеечке у судейского столика по полукасу. Вернее, нет там скамеечки. Садится он прямо... Право Дрэнза Лэнгдон! Очень вовремя! Лэнгдон становится вторым баскетболистом ЦСКА, реализовавшим трехочковый бросок. Снова плюс 5. Защита, защита. Вантерпул против Торнтона. Браво. Здорово, Ванденшпигель пошел на подстраховку и на грани пробежки избавился Торнтон от мяча. Уильямс. Потрясающий мяч. Каждый мяч каждому из игроков любой спортоборщик команды достается с кровью, поиначе не скажешь. Все через руку, все. Панов мажет и не пускает Марканата Ванденшпигеля на этот подбор. Капитан армейской команды, конечно же, имел право на этот бросок, но может быть рано. Хотя, опять же, здесь все двояко. Забей сейчас Панов, и мы бы говорили, какой герой, какой молодец Сергей Юрьевич. Это не значит, что он не молодец. Все равно каждый из нас был... также молодцы. Готов вернуться на площадку. Фучка. Панов его загнал под кольцо, но все-таки Фучка исхитрился сделать скидку на Торнтона. И тот набирает свое 11-е очко в этом матче. 63-63. Ничья. Да. Холден. Лэнгдон, Вандерпул. Под кольцо, здесь и Фучка. Браво, и браво! Нужны фолами. Бросились они вдвоем крыть Вантерпул и забыли про Ванденшпигеля, который очень вовремя пошел за этим подбором. Торнтон. Панов, отдай, скажи мячик отобрал, мне! Отобрал мяч, отдай его скорее, там Партер! Партерия настоящая, но нет, все-таки разошлись. Без кровопролития обошлось. Не нужно сейчас связываться в эти схватки, не имеющие отношения к баскетболу. Нужно связываться во все, что может принести победу. Ой. Холден! 63-очковый плюс 5. Ну нет, похоже, наступил. Похоже, ну и пускай, что наступил. Два пальца держит арбитр. 67-63, плюс 4 у ЦСКА. Смотришь, и по полукам сидят у нас и ждут свои вот часа. И вся армейская скамейка запасных на ногах. Браво! Еще один здорово, перехват Панова! Принимает на себя Торнтона Панов! Засчитывает! Левый! Конечно же! Полукрюк проходит через всю площадку Сергея Панова. Делает разрыв в этом матче. Плюс 6 для ЦСКА. Это максимальный отрыв. Уильямс начинает нервничать. Пытается выяснить от Югенбранда. Недоволен плюс... он игрой Вантерпула в предыдущем эпизоде. Хотя все здорово Вантерпул сделал. Принял на себя... Плюс 6 или Торнтона. Плюс 4? Плюс 6, все правильно. И Панов подобрал этот мяч. Ну что, Торнтон, кстати, сегодня такой вполне в роли темной лошадки. Смотрите, вот сейчас в партере Уильямс Панов. Пас, а дальше пошел у нас... Дальше у нас пошло переворот. За это 3 очка дают вольной борьбе. Уильямс пытается выбраться. Вантер... Из этих цепких лап еще никто не вырывался. Невозможно. 4 минуты 3 секунды до конца четвертой четверти. 69-63. ЦСКА ведет. Фух. Так вот о Торнтоне. 5 очков, его средняя снайперская норма 11. Он уже сегодня настрелял. Каков молодец. Также выше своей нормы. Сегодня у нас Шемонт Уильямс выступает. В среднем 12, сегодня 18 на его счету. А вот... Хуана Карлоса Наварро удалось пока лимитировать. Вместо обычных 15 всего 10 принес он своей команде. И вот этих 5 очков в Барсе, как видим, и не хватает. Итак, армейцы возвращаются на паркет. Полукас, Вантерпул, Лэндон Смодиш, Ванденшпигель. У Барсы Наварро, Уильямс, Марканата, Базилия и Фучка. Что еще очень хорошо для нас, нет у Душки Ивановича больше ни одного тайм-аута. У Витора Мессины этих тайм-аутов 3. И брать он их сможет тогда, когда будет нужно ему. Да, единственное, что расстраивает нас в концовке, то, что выбрали уже армейцы лимит командных замечаний. Хотя с учетом того, что мы ведем в счете, это как раз нам на руку, то, что у Барса всего одно командное.
чтобы поставить армейцев, посадить армейцев на штрафные, придется еще стараться и стараться. Вандершпигель чересчур оптимистичный пас выдавал на Вандерпула. На минуточку было? Показалось Томасу, что дух Николы Вучича в него вселился, и очень тонкую он передачу отдавал под кольцо на партнера, но на самом деле не сумел Вандерпул ее выловить. Может он это сделать, но не получилось сейчас, ничего страшного. Тем более Тодорос Папалукас коснулся мяча, сорвал быструю контратаку. Холден против Вильямса, Вандерпул против Наварро, постоянно меняют. Виторе Мессина, игрока, который держит Наварро, и не получается тому показать все, на что он как способен. Лэндон вцепился в Наварро и не позволил тому получить мяч. Базилия свой коронный бросок и мажет. Какая там схватка под кольцом. Фучка великолепен. Я не побоюсь этого. Фучка великолепен сегодня. Пусть он играет в чужой команде, но то, что он сегодня демонстрирует, по-прежнему ни одного очка на его счету, но это уже третий подбор на счету Фучки в нападении. 11 отскоков он собрал, трижды ассистировал своим партнерам. Два перехвата, 5 блокшотов. Это ли не мега-коллекция? Но штрафные мажет, и здорово. Здорово, что не приближается к нам Барселона, а Фучка с четырьмя личными замечаниями играет, блестящую защиту демонстрирует. Первое очко свое в этом матче набирает Грегор Фучка. Сергей Панов возвращается в игру вместо Вандершпигеля. Плюс 5 у ЦСКА за 3 минуты 4 секунды до конца четвертой четверти. Кажется, время встало. Наварро пытается там прессинговать Холдена, но пока не усердствует. Армейцы выбрали лимит командных замечаний. Папалукас против Уильямса должен использовать свое преимущество в росте. Уильямс фолит. Уильямс показывает, что зачерпывал Папалукас за спиной рукой. Безмолвствует арбитр Душка Иванович. Вы сами все видите, чем занимается Душка Иванович. Но это манера замечательного наставника. Вот нужно... А нет, Сергей не стал. Иванович покажет, что у Панова пробежка. У Панова пробежка последний раз была 4 года назад. Вам настолько это запало в душу. Марканата, четвертый фол, смотришь. Посмотрите. Тяжеленный мяч забивает. 71-64. А начинался этот матч с того, что ЦСКА 6 минут не мог забить ни одного очка. И сейчас плюс 7 за 2.40 до конца четвертой четверти. Ничего еще не решено. Но тот настрой, та борьба на каждом сантиметре, наверное, миллиметре площадки. Забивает Смодиш и бонусный штрафной. Плюс 8 у ЦСКА за 2.37. И вновь просим мы. Защита, ребята. Защита. Смодиш далеко выходит за Марканата. Право, Папалукас! Быстрый прорыв! Давай, Смодиш! Возвращавшийся в оборону Базили успел зацепить Смодиша. И фол Матеш сбоку, наверное, будет. Не сумел. Была ли фаза броска? Была. Нет, была. Определяют арбитры. Это четвертая командная у Барсы. В этой четверти все. Теперь они могут пытаться спастись за счет штрафных. Кикиусиса бросает в бой Душка Иванович. Меняет он Марканата. Понятно, что теперь ставку на дальние броски придется делать Барсе. Кикиусис мастер таких бросков, правда, сегодня. Он себя на этом поприще не особенно проявил. У меня такое ощущение, что болельщики Макаби тоже кричат: ЦСКА, пусть тихо. Вроде бы в одном секторе находятся все наши, но вот они напротив нас, но мы слышим за спинами эти крики. Кто это? Кто это? Роман, где они? Вы хотите... 24 до конца четвертой четверти. Плюс 9 у ЦСКА. И нет. Плюс 9? Расстроен. Почему нет? Матеш своим промахом. Холден против Уильямса. Здорово Панов. Панов против Уильямса. Давай, Серега. Загоняет под кольцо. Здесь идет на подстраховку. Смодиш и с фолом. Тяжеленный мяч. Шемонт Уильямс забивает. Очень индивидуально силен этот парень. Один на один. Может обыграть кого угодно. Даже Панова. Да, Уильямс 20 очков отметку перешагнул. И оставляет своей команде надежду на спасение в этом матче. Плюс 6 у ЦСКА. И... А вот это вот Панов Папалукас сверху! Работает!
Самонаводящийся пас армейского капитана вновь находит под кольцом руки Папалукаса, и тот сверху. Это что там? Это надо. Здесь фол Тео получает. Фучка требует засчитать это попадание. Но что показывают арбитры? Ну, для того, чтобы засчитать, нужно, чтобы он провалился сквозь сеточку. А не было этого, не видели мы. Торнтон, огрызнувшийся сегодня 11 набранными очками, при очень неплохом проценте попаданий, встает на линию, реализует первую попытку, продолжая увеличивать свой снайперский счет. 12 уже на его счету. Три баскетболиста Барса набрали 10 очков и более. Наварро, Уильямс и вот как раз Торнтон. Но самое главное, что Барса набрала 69 очков, ЦСКА 75 за минуту 56. Решающие 2 минуты четвертой четверти. У нас замена. Вместо Панова вышел Вандерпул. Совсем легкая пятерка. А в этой легкой пятерке нас смотришь, выводит мяч. При наличии Холдена, Папалукаса, Вандерпула и Лэнгдона. Широкая специализация. Армейцы не торопятся в позиционном нападении. Может быть... Конечно, ситуация не требует немедленной атаки, а вот сейчас требует. Истекает время. Холден мажет из-за дуги едва ли не первый раз в этом матче. Да нет, точно первый. Барса не будет раздумывать. И Уильямс сокращает разрыв в счете до 3 очков в раннем нападении. 72-75, и Барса прессингует, будет фалить. Вандерпул, нужно ему избавляться от мяча. Мне кажется, не будут они фалить. Нам нужно, чтобы заслон бы поставил. Болельщики Макаби определились. В своих пристрастиях болеют они против ЦСКА. Пусть болеют. Фол кому? Что там было? Что? Что фол? Кому фол? Торнтон получает персональное замечание. А Смодиш успокаивает Лэнгдона. Немножко завелся он в этом эпизоде после того, как ударили его по рукам, отмахиваться начал. Но вот и армейцы, армейские болельщики отметились с зажиганием фаера на трибуне. Да. Больше 5 командных замечаний у той и другой команды. Лэндон на линии штрафных. Напряженнейшая концовка в духе NBA нас ожидает. Да. Но нет больше тайм-аута Ивановича. Хорошо это. Браво, Лэндон. Минута 5 секунд до конца. Делает четвертая четверть. Кьюсису, чтобы тот не размахивал руками. А Макаби болеет за Барселону. Дочин Лэндона во второй раз. Смодиш тут схватился с Фучкой под кольцом и уже прессингуют армейцы. Холден берется за Уильямса, не дает ему разогнаться. Крадет время на атаку, и последнюю минуту четвертой четверти пошла. Не дать трехочковый ему сдать, не дать. На Фучку доставляет мяч, мажет Фучка, и борьба под кольцом, ну! А борьба-то была, мы думали... Друг у друга, Лукас и Вандерпул не вырвали этот мяч. Довольно рискованный пас на Холдена. Базили рядом. Ох, как пока все на тонкого. Но вот сейчас можно перевести дух в этой атаке. 10 секунд у армейцев на бросок. Папалукас против Торнтона. Фол нападения у Теодороса. Фол нападения. Торнтон здесь купил арбитров. Ну, купил. Пускай купил. Плюс 5 у нас за 31,4 до конца четвертой четверти. Фаулы нападения не пробиваются. Лэндон и Холден вдвоем прихватывают Уильямса, пользуясь тем, что... Базили выносит мяч из-за лицевой, в принципе, но с другой стороны Лэндон не стал упорствовать, считает он, что отобьется. Браво, 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 нет, не браво, 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 сначала смотришь, потом, потом. И Торнтон, нет, только не это, выигрывает Кикиусис подбор, Фучка успел, в отчаянном броске Папалукас успел Фучку зафалить. Фучка бьется как лев. Вроде бы у Смодиша был мяч. Фучка отобрал его, потом потерял. Смазал, опять подобрал. А сейчас будет бить штрафные. Он не очень хорошо это делает. И, наверное, нужно сейчас большого игрока, может быть, Сергея Панова на подбор поставить. Потому что с одной стороны у нас будет Смодиш, а с другой, наверное, Вандерпулу придется бороться за подбор. Да, Фучка 58% попаданий штрафных в сезоне. Но сейчас в такие моменты, конечно, мобилизует он все, чему научился за много-много лет в баскетболе на высочайшем уровне. И, наверное, не стоит надеяться на его промахи. Первый штрафной Фучки точен. А может быть, он специально это будет делать. Мы же не знаем, что там придумали испанцы.
Но забирает Смодиш подборку, Киусис наотмашь. Лупит Смодиша и получает неспортивный блестяще. Гол. Абсолютно справедливое. Блестяще. Мы видим Сергея Кученко, который радуется на наших экранах. Вместе с... Ой, господи. И рядом с ним, в армейской форме, министр обороны Российской Федерации, президент попечительского совета Федерации баскетбола России Сергей Иванов. Браво, Матяш, браво! Первый мяч. 10-7 остается до конца четвертой четверти, и владение останется за ЦСКА. В своем интервью Сергей Кученко сказал, что... Он носит костюм, один у него есть, которым, когда он его одевает, команда никогда не проигрывает. Этот костюм сейчас на нем. Ой. Почему же он не надевал его на предыдущие финалы четырех? Ну, он не знал, наверное, купил недавно, но сейчас 6,87 до конца, плюс 6 у ЦСКА. И... Ну что, армейцы начинают праздновать победу на площадке, скамейка пока держится, хотя там уже... Ванденшпигель, счастливый Ванденшпигель трясет Захара Пашутина. Ой, мы ни разу не выходили в финал Евролиги УЛЕП. И сейчас... Этер и Мессина ни разу не проигрывал в полуфинале. Этер и вот эта аура оказалась сильнее. Эта аура сильнее. ЦСКА в финале Евролиги УЛЕП. Сыграет она. Торнтона запустили под щит 3,6 секунды. Фучка ценой пятого фола все-таки останавливает секундомер. 2,9. Барса продолжает надеяться, но надеяться уже практически не на что. ЦСКА выходит в финал Еврокубка, финал Евролиги. Последний раз это было так давно, что уже даже и неправда. В 73-м году ЦСКА в последний раз играл в финале Кубка Европейских чемпионов. А Россия поставила рекорд. 6 финалов за один год у нас. 3 титула мы имеем. Ни одна команда еще в Европе не имела 4 титула в одном сезоне. И послезавтра, 10:30 по Москве, вы можете увидеть, кто... Так ЦСКА в финале будет иметь право побороться за титул. А Барселона демонстративно благодарит своих болельщиков за то, что они считают, что что-то не так было. Но на самом деле, какая разница, сколько несправедливости ЦСКА испытало, сколько Сергей Кученко со своей командой шел к этому финалу. 2,9 секунды отделяет ЦСКА от первого в современной истории выхода в финал Евролиги. Шемон Уильямс расстроен, качает головой, очень тяжелые взгляды, кидает по сторонам, апеллирует здесь к первому ряду комментаторов. Сейчас и до нас доберется. Пускай кивает, кто хочет, но невероятно. Сегодня был отрезок, когда 10 минут ЦСКА не мог забить мяч. 6,5 минут в начале первой четверти. 3,5 минуты в начале второй четверти. 11 минут ЦСКА не мог забить. Но собрались на каждом отрезке этого матча. На каждом метре, на каждом сантиметре бились и добились своего. Затягивается матч. Нешуточный характер армейцы продемонстрировали дважды. Выступали они в счете по 11 очков. И все-таки смогли, преодолели себя наши красно-синие парни. И сейчас считанные секунды отделяют их от победы. Мы поздравляем Этера Мессину. И желаем, чтобы все самым благополучным образом разрешилось его... маленьким сыном. Напомню, был он госпитализирован ночь перед матчем. Всю ночь не спал. Мессина был он в больнице вместе с сыном. И, конечно, эта победа – бальзам на его душевные раны. А Сергей Кученко ждет, когда у него родится ребенок. Мы не знаем, родился или нет. Срок был поставлен вчера. Может быть, это произошло. Нет у нас этой информации, но то, что ЦСКА в финале, информации у нас есть. Есть информация, что ЦСКА в финале. Теодорос Папулукас бежит за греческим флагом. Надо дать армейский флаг нашим игрокам.
Ну что же, со счетом 84-75 ЦСКА одерживает победу во втором полуфинальном матче Евролиги. Тренер Петр Мессина одерживает со своими командами шестую победу в полуфиналах Евролиги. Мы поздравляем и желаем армейцам успехов в финале. Для вас работали комментаторы Виталий Носов, Роман Скворцов. До новых встреч. До встречи послезавтра на финале. 10:30 по московскому времени. До свидания.